В Анапе парапланерист не справился с ветром и упал в море. Мужчину вытащили из воды курортники, которые были неподалеку от места ЧП. 60-летний мужчина парил на параплане в районе пансионата «Высокий берег», но не справился с достаточно сильным ветром, порывы которого достигали 15 метров в секунду. Пилот попытался сесть на берег под склон и уходил в море, чтобы сбросить высоту для посадки, но не рассчитал. Мужчина сел на воду в 30 метрах от берега минут 5. Он сражался с морской пучиной сам, а после на помощь к нему приплыли отдыхающие. Напомним, из-за шторма, низкой температуры воды и сильного донного течения купание на всех пляжах Анапы запрещено. Не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье.